Сегодня мы рассмотрим с вами сайт iBlock.games. Обмен 2, поставка токенов, дата начала сеанса, купить сейчас. Вторая сессия 29 июня и 8 июля, третья сессия 10 по 19 июля, четвертая сессия с 22 по 31 июля. Это предстоящий. Обмен 3 через 3 дня, 12 часов и 25 минут. Лучший блокчейн игры и платформа. Блочные игры IBG стремится стать ведущей игровой платформой в мире. IBG в полной мере использует технологию блокчейна, чтобы предоставить множество интересных новых и мультимонетных онлайн-игр и развлекательных систем для энтузиастов блокчейна и игроков в криптовалюту. IBG твердо верит в то, что эта платформа будет создана для пользователей, поэтому она должна быть прибыльной, чтобы обеспечить процветание и развитие сообщества IBG. Блокчейн – игровые рынки. Игра iBlock является вторым по величине рынком криптовалютных предложений в мире после обмена. Игровой рынок включает в себя различные виды игровых методов, спортивное гадание, криптокотята и так далее. Благодаря анализу данных DAR на всем рынке DApp, объем рынка и количество пользователей игр и догадок больше, чем у децентрализованных бирж, на которые приходится более 80% рынка. DApp были популярны с ноября 2017 года. В 2018 году объем продаж игр составил более 5 миллиардов долларов, а в 2019 году около 18 миллиардов долларов. В то же время количество разработчиков, игроков, количество транзакций DApp игр быстро растут. В настоящее время более 92% блочных игр разрабатываются на основе EFI, Tron и EOC. Разработчики игр. IBG – различные типы игр. Список игр. G-Developers – может использовать GDK для быстрой разработки игр и составления списка на платформе. Сообщество игроков IBG, различные типы игр, мультицепочки и монеты IBG будут иметь отношение к основным проектам публичных сетей и монетам в мире. Игра экосистема. Банкролл дает игрокам возможность получить богатую прибыль денежные средства. Ранжирование. Ранжирование может сделать игру более справедливой и честной. Игроки могут получить дополнительные награды. Задача. Богатый механизм заданий может сделать игроков веселей. Охотник за головами. В основном это происходит из сообщества игроков и приглашает больше игроков войти в игровую платформу путем обмена, чтобы получить богатый бонус. Всем спасибо. Сегодня мы рассмотрели с вами сайт iBlock.games. До свидания.